Друзі, всім привіт! Ви на ютуб-каналі Фабрика Новин. Я Юрій Бібік. Дякуємо вам за те, що ви з нами. Поставте, будь ласка, лайк. І попереду дуже цікава розмова з цікавою гостею. Пані Ольга Курносова з нами, російська опозиційна політикиня. І принагідно хотілося б на старті нашої розмови привітати сьогодні, з 1 жовтня, усіх захисників і захисниць. Якби не ви, цього ефіру ніколи б не було. Тому дякуємо вам за те, що ви усі для нас робите. Пані Олю, рада вас вітати. Вітаю і дякую захисникам України за їх тяжку працю. Спасибо, что вы с нами, спасибо, что всегда время находите. Я бы хотел начать вот с чего. В бюджете России на 2025 год заложили рекордные расходы на войну. 13,5 триллиона рублей. Это больше, чем предполагалось. Есть ли какой-то финансовый потолок, при котором Путин будет просто не способен вести эту войну? Сейчас для него деньги, я так понимаю, абсолютно никакого значения не имеют. Он готов продолжать воевать. Но финансовый потолок появится в том случае, если, например, да, мы с вами много говорим об американских выборах, о позиции Трампа и Камалы Харрис, и Трамп все время говорит, что вот просто санкции, они не работают, потому что цена на углеводороды остается достаточно высокой, и России выгодно их продавать, и поэтому Путин не ограничен в средствах. Он говорит о том, что он будет заниматься всем для того, чтобы эту цену на углеводороды снизить. Почему это действительно носит такой кардинальный характер? Потому что сегодня у России нет дешевой нефти. Себестоимость добычи нефти сегодня в России 45 долларов за баррель. И если, соответственно, цены на нефть упадут даже до 50 долларов за баррель, или, а уж я не говорю про 40, вот тут-то у Путина деньги и закончатся. И в этом смысле работать именно на снижение мировых цен на нефть, кстати, это имело бы еще и другие последствия, это бы очень помогло развиваться мировой экономике, снижение цен на углеводороды, потому что, естественно, сверхвысокие цены на углеводороды мешают этому самому экономическому развитию. И вот это бы и обнулило путинский кошелек. Но это с одной стороны, но с другой стороны, конечно, позиция Китая, да, тоже имеет большое значение. И если Китай будет ставить какие-то условия России, то Путин тоже будет вынужден их выполнять. Ну а так-то, конечно, что называется, печатный станок никто не отменял, напечатать денег можно любое количество. Следующий вопрос звучал бы так. А как это, в принципе, возможно, когда, по сути, на войну выделяется огромное количество денег для того, чтобы просто убивать людей и оккупировать, продолжать оккупировать территории, при этом, забывать про, да, такие вещи, как там детский садик, больница, бюджетники, пенсионеры, благосостояние и прочее, и прочее. И мой вопрос звучал бы так. А как вот люди отреагировали бы на это? Они, возможно, там вышли бы на улицу, они бы что-то сказали, они проявили бы, ну, как бы позицию свою. Но потом я набрел перед нашим эфиром на интересный опрос в ЦИОМ, который сообщает о том, что 72% россиян положительно относятся к вхождению в состав Российской Федерации новых территорий. Вхождению это вот так. В действительности это просто оккупация. То есть, если есть окей от общества, от большей части общества, можно продолжать делать все, что угодно. И, простите за слово, забивать на все те вещи, о которых я сказал, про детские садики, пенсионеры, школы и прочее, прочее. Ну, когда люди начнут что-то по этому поводу думать, я уж не говорю проговорить, да, потому что говорить мы не знаем, но вот опросы показывают так, что там на самом деле они думают, мы тоже до конца не знаем. Но что нужно, чтобы эти мысли изменились? Ну, в первую очередь, чтобы они перестали, почувствовали, что уже не могут позволить себе покупать в магазинах все то, что им нужно. Когда они поймут, что вот этих самых детских садиков нет, и отвезти ребенка некуда. Когда они увидят, что зарплата остается прежней, а цены в магазинах растут. Вот если они все это видят, да, то тогда возникает мысль, а почему все это происходит? Почему цены такие высокие, а я получаю по-прежнему? Но когда есть вот эта иллюзия того, что на самом деле в стране все хорошо, война где-то там далеко, да ну и наплевать, какая разница, ну, увеличилась страна, ну, наверное, это хорошо. Те, кто понимают цену этому увеличению, понимают, да елки-палки, зачем же нам это? Может быть, даже и та страна, которая есть, для нас слишком большая.
Главное, чтобы люди нормально жили в мире со своими соседями, а не вот это вот все. Да? Но если человек живет где-нибудь в глубинке и никогда из нее не выезжал или не выезжал дальше, чем до областного центра, он, может быть, и не задумывается над тем, что где-то далеко идет война. Правда, когда прилетают беспилотники и поджигают какой-нибудь соседний НПЗ, он, наверное, думает, а что ж такое случилось-то? А, ой, елки-палки, а ведь могли бы и мою машину сжечь, потому что я там за 5 минут до этого проезжал. А если ты живешь рядом с каким-то складом артиллерийским, в который тоже что-то попало, и твой дом разрушила ракета, которая оттуда вылетела, вот тогда уже совсем другие мысли приходят в голову. Но пока вот все это затронуло меньшую часть россиян, поэтому многие по-прежнему войну не замечают. Мне кажется, Ольга, что мысли, которые приходят в голову в контексте того, о чем вы сказали, они следующие. Это бандеровский киевский режим. Потому что у нас были примеры с Белгородской областью, да, когда прилетала та же Курская область и так далее. И это не Путин и не Кремль, это Киев и киевский неонацистский режим. Вот мы должны сплотиться сейчас наоборот и так далее. Да, мы, вооруженные силы Украины там продвигаются, мы не будем сопротивляться, мы не будем выходить ни с там, коктейлем Молотом, но и не с цветами. При этом это все они. Это не Путин, который эту войну развязал. Почему такая логика? Вот просто интересно. Это пропаганда, это действие пропаганды или что это? Это инфантилизм. Знаете, совсем маленькие дети, когда разбивают вазу мамину и знают, что мама будет ругаться, просто закрывают глаза и думают, что осколки вазы пропали. Не знаю, как вы, но я в детстве, там, в классе в третьем, вырывала из тетрадки с двойкой, собственно, страницу, где эта самая двойка была. Потому что у меня не было мысли, что... Ну, мама же все равно увидит, что эта страница вырвана, и где-нибудь в мусорном ведре ее найдет, и не по шее не даст, но будет сильно ругаться. И мне всегда говорили, что мы тебя ругаем не за то, что ты получила двойку, а за то, что ты врешь. Что самое плохое, что ты можешь делать, это вранье. Еще уже гораздо позже, в свое время, там уже... Даже после моего депутатского срока было несколько лет, когда я занималась бизнесом, и я встречалась с одним таким достаточно весомым человеком, который открывал в Петербурге, санкт-петербургскую, на минуточку, алмазную компанию, и приходила к нему по рекомендации председателя совета директоров крупного банка. И как только я к нему вошла в кабинет и сказала, я к вам от Головина, он тут же поднял трубку и спросил, Юрий Викторович, вот тут Курносова пришла, говорит, что от вас. Она правда от вас? И вот это мне был урок на всю жизнь, что самый простой способ, если ты можешь перепроверить любого человека, это не есть недоверие, это просто, ну, ты хочешь быть уверен, что человек говорит правду. Но это понимают отнюдь не все. Поэтому вот это желание согласиться с пропагандой и сказать, да это все бандеровцы. Зачем это желание? Да все очень просто, потому что тогда мне ничего делать не надо. Я могу сказать, что я тут ни при чем. Это вот какие-то там бандеровцы, и от этого прилетела ко мне ракета. А от меня все равно ничего не зависит. Я не должен выходить на улицу и говорить Путина в отставку. Ну, потому что ну зачем мне что-то там делать? Не всегда люди могут это артикулировать, но где-то на подсознании это лежит. То есть это оправдание собственному ничего не деланию. Но есть еще и другой момент, чисто психологический. Поверьте мне, как гражданке России, у которой есть тот самый красный паспорт, ощущая себя гражданином страны-агрессора, который каждый день убивает украинцев, безумно тяжело. Психологически это очень тяжело. Как только ты... Вот это ощущение тебя посетило, ты начинаешь думать, а что ты можешь сделать для того, чтобы хоть как-то с этим бороться? Знаете, еще когда я была в России, а я после начала полномасштабного вторжения, еще до декабря была в России, и тем не менее я все равно давала интервью украинским каналам, и все очень беспокоились, а вдруг меня там прямо и арестуют, и говорили, может, не надо. Но для меня это была такая психологическая, ну, я не скажу, что отдушина, да, но это была возможность сделать хоть что-то.
Да, то есть если ты не можешь вот прямо сейчас прийти в Кремль и как бы взять за шиворот Путина, его оттащить в Шереметьево или во Внуково посадить в самолет и отправить в Гаагу, ну, ты, по крайней мере, говоришь то, что ты думаешь. Но это те, кто уже отрефлексировал и понимают. Ну, а те, кто не отрефлексировал и не понимают, им удобнее говорить, что во всем виноват кто-то другой. Для наших зрителей ремарка. Мы пишем это интервью 1 октября, сейчас 11:23 на часах. И в эти минуты поступает сообщение о том, что полномочия генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг уже официально передал Марку Рютте. Он новый генеральный секретарь НАТО, и этот человек руководил правительством Нидерландов длительное время. И вот первое заявление Рютте. Украина должна получить место в альянсе. Конец цитаты. Мы это уже слышали. Да, не сейчас, чуть позже. Ну, что-то должно пройти время, обстоятельства, война и так далее. Но сегодня утром, Ольга, весьма интересная новость прилетела от издания Financial Times. И там пишут, что Байден до окончания своего срока в январе 2025 года может согласиться на подвижки в вопросе вступления Украины в НАТО. Об этом сообщают журналисты Financial со ссылкой на чиновников, знакомых с ходом переговоров Зеленского в Вашингтоне. Я напомню, что Зеленский был в Вашингтоне, он представил план победы, и по информации Le Monde, французского издания, среди прочих пунктов был пункт о НАТО. Мы не знаем, вступление, интеграция, заявки, подачи, ПДЧ и так далее, неважно. Вот НАТО. Скажите, пожалуйста, что Байден может сделать до окончания своего срока для того, чтобы, ну вот как пишут журналисты, согласиться на подвижки Украины в НАТО? Что это значит? Ну, давайте я немножко пофантазирую, да? У меня нет никакой информации, это чисто моя реконструкция событий. Предположим, что Байден, ну и некоторые европейские политики действительно очень хотят прекращения огня и начала мирных переговоров. Опять же, предположим, что у Украины есть ну, жесточайшие условия, что для того, чтобы это согласиться на прекращение огня, нужны гарантии о вступлении в НАТО. Потому что все остальное не дает, ну, то есть это вообще фикция будет, если любое другое соглашение, если просто будет подписано соглашение, и ничего другого не будет. Только членство в НАТО даст гарантию, что вот, предположим, будет какая-то линия разграничения, да, и Россия не будет ее переступать. И я понимаю, что если для Байдена просто кровь из носу нужно это прекращение огня и начало мирных переговоров, это может быть жестким условием президента Зеленского, только членство в НАТО может означать, что украинское руководство готово будет начать такие переговоры. Но вот такое мое видение этой ситуации. Это очень интересно, и я могу с этим согласиться, даже скажу частично вот так вот. А почему частично? Потому что, понятное дело, что Соединенные Штаты – это локомотив. Но есть другие страны, потому что консенсусно, да, принимается решение, консенсусом. И вот в рамках этого альянса присутствуют такие страны, как, например, Германия, которая публично заявляет о том, что она не видит пока Украину в НАТО. Я уже просто молчу про Венгрию и так далее. Как быть с этими странами? То есть Байден, да, у него есть влияние. Хотя даже сейчас не знаю, ведь он, как это, хромая утка, кульгава качка, я кажу, у нас в Украине. Так, так. Ну, давайте дальше немножко представляем, что может быть там еще. Мы говорили только что с вами про экономические возможности Путина по ведению войны. Они не бесконечны. Многие экономисты говорят, что следующий год – это последний, в который у России будут деньги вообще на производство вооружений в таком количестве. После этого все закончится, потому что вот все эти фонды национального благосостояния и прочее, то, что копил Путин долгие годы, практически обнулены, и ничего нет. Поэтому он тоже не идиот, и он понимает, что это все заканчивается. Но есть не только Путин. Да? Есть некое представление, что большое количество всяких переговорщиков сейчас шлындрят со стороны России по Америке и по Европе для того, чтобы пытаться договариваться о смягчении отношений между Западом и Россией. Ключевое условие, конечно, везде – это освобождение от Путина.
Да, не случайно, буквально там несколько дней назад за подписью Михаила Касьянова, бывшего премьер-министра России, появилась статья в «Новой газете Европа» о структуре переходного периода, о необходимости созыва учредительного собрания. И там очень интересная формулировка «исчезновение Путина». Что будет после исчезновения Путина? Я думаю, что не случайно Касьянов именно так это назвал. Я думаю, что интересантов в этом исчезновении сейчас очень и очень немало в России. С другой стороны, вот все эти тезисы, что Путин боролся, чтобы отодвинуть границы НАТО, сегодня полетели в тартарары, потому что не просто Финляндия стала членом НАТО, Швеция стала членом НАТО, но и, как пишут, в городе Миккеле, по-моему, это где-то то ли 60, то ли 90 километров от границы, будет развернут сухопутный штаб НАТО. Поэтому с чисто формальной точки зрения вступление Украины в НАТО ничего не меняет для России, потому что граница с Финляндией большая, размещать ракеты и в Швеции точно, и в Финляндии, скорее всего, будут. Поэтому будет Украина в НАТО, не будет Украина в НАТО. На отношения между Россией и Альянсом это абсолютно никак не влияет сегодня на сегодня. И даже такому странному человеку, как Путину, это можно заложить в голову. Вот мне кажется, что эти два основания могут привести к тому, что позиция Венгрии и позиция Германии, которые отчасти зависят от позиции России, могут измениться, в первую очередь потому, что в Кремле эта позиция начнет меняться. Может ли быть так, что Украину, продолжаем вот эту историю, да, примут в НАТО, но не в международно признанных границах, потому что есть территории, которые под оккупацией, а в тех, которые под контролем украинского правительства с оговоркой до полной там деоккупации, условно говоря, еще раз, мы это все фантазируем. И таким образом, пятая статья НАТО распространяется на те территории, они будут обезопасены от любой другой агрессии извне, со стороны там Российской Федерации, например, и в таком формате вот мы будем продолжать сосуществовать. Нет, а дальше начинается все-таки дипломатический раунд переговоров, да? Поэтому, естественно, те, кто будут уговаривать президента Зеленского на эту форму, скажут: слушай, ну давай мы, по крайней мере, обезопасим ту территорию, которая есть, в конце концов, там те же атомные станции, те же вообще мощности по производству и передаче электроэнергии, чтобы люди спокойно жили и мирных людей не убивали. А дальше начинается дипломатический трек. Да, вот у нас тут бегают бесконечное количество переговорщиков, которые говорят, что они вот-вот и освободят Россию от Путина, и тут же садятся за стол переговоров и объявляют о выводе войск, и начинаются уже переговоры там, о выплате репараций и так далее, там, о снятии санкций и далее по списку. Я не случайно помянула статью Касьянова, да, я вполне считаю, что фигура Касьянова – это тот человек, который может быть переговорщиком не только для Запада, но и для российских политических элит, потому что, по крайней мере, он понимает, что такое управление страной, он ей управлял. Смотрите, а вот в этой всей конфигурации с переговорщиками и так далее, Путин где? Он знает об этом, он об этом не знает, он согласен на это, он может согласиться или нет. Мы ведь знаем, как Путин реагирует, да, как он показывает там устойчивость своей власти, когда речь идет о мести, когда что-то делает за его спиной, то, что его очень сильно раздражает, или угрожает, давайте так, не раздражает, а угрожает его власти, он, ну, скажем, таких, как Пригожин, просто уничтожает. Вот есть ли там перспектива того, что вот этих переговорщиков тоже Путин может в какой-то момент уничтожить, понимая, что это может угрожать его власти? Есть ли у него сегодня возможность уничтожить? Все-таки, во-первых, Пригожина он уничтожил не сразу, а через несколько месяцев после того, как прошел марш. Ну, а что касается, какие-то переговорщики могут ходить даже от его имени. Какие-то могут ходить неизвестно для него, про них у него может не быть информации. Возможно ли конфигурация дворцового переворота? На мой взгляд, возможно. Более того, я говорила и повторю, что самый такой
наиболее способны к такому перевороту структуры, связанные с ФСБ. Потому что они наиболее такие подготовленные силовики, они лучше всего ориентируются в политической обстановке, им проще найти для себя каких-то политическую поддержку, и они более-менее понимают настроение среди простых россиян и соответственно, могут какие-то группы поддержки даже через среди обычных граждан для себя найти. Соответственно, вполне эта история может иметь право на существование. Да? И если говорить о том, что некий заговор каких-то условных полковников будет вызревать внутри ФСБ, его не так легко Путину ликвидировать. Потому что у него возможности для ликвидации внутри элитного заговора гораздо меньше, чем возможности ликвидации Пригожина, который был, по большому счету, чужаком и для ФСБ, и для армии, и для всех, да, то есть он был чужой среди своих, свой среди чужих. А вот если это какие-то группировки внутри ФСБ, это совсем другая история. Интересно. В ближайшее время, я так понимаю, 10-12, по крайней мере, так анонсировали, состоится заседание группы «Рамштайн» на уровне лидеров. То есть лидеры стран, представляющие «Рамштайн», приедут на заседание в Германию. А лидеры просто так не встречаются, как известно. И вот интересно, а что, чего мы можем получить? Да? Что может быть в сухом остатке? Но, по идее, например, согласие на удары по военным объектам на территории России. Очевидная история. Возможно, и какое-то увеличение номенклатуры товаров. Возможно, какие-то решения по поводу базирования тех же самых F-16 или тех же самых баз по подготовке украинских военных. Да? То есть есть целый ряд решений, которые можно было бы там принять. Вопрос... Самый главный все равно остается, насколько производство западное сегодня готово сделать столько оружия, сколько необходимо. Да? Развернуты ли все те производства, которые нужно развернуть? Это большой вопрос, и он остается пока, на него пока нет ответа. Потому что, на мой взгляд, самая главная проблема, я об этом много раз говорила, что полномасштабная гонка вооружений до сих пор не началась. Всем хочется обойтись малой кровью, потому что это деньги, потому что это выборы. В Германии выборы через год, а у правящей партии все очень и очень плохо. И, собственно, мне кажется, их позиция связана в первую очередь с выборами и с тем, что им не удается объяснить своим избирателям, почему нужно занимать более жесткую позицию. И именно поэтому среди московских чиновников и околополитических кругов по-прежнему есть надежда, что позиция business as usual может победить. Многие связывают предложение по обновлению ядерной доктрины с давлением на Запад, в частности на Байдена, на премьера Великобритании, с тем, чтобы они не предоставляли там дальнобойное оружие и право его использовать по целям на территории Российской Федерации. И если это так, наверное, этот шантаж сработал, потому что пока что решения нет. Хочу у вас спросить вот о чем. Ведь вчера буквально Россия по старой традиции запускала беспилотники по территории Украины, но Украина тоже отвечала, и наши беспилотники летели на территорию Российской Федерации. И вот утром у Пескова вчера спрашивает: слушайте, так а Путин же о чем сказал, что там любой массированный обстрел беспилотниками при пересечении границы, да, даже если будет подтверждена информация об этом, крылатые ракеты, там, авиаобъекты, и так, в общем, неважно. Все то, что угрожает нашей безопасности, это все является поводом для применения ядерного оружия. И вот Песков о чем говорит, что удары украинских БПЛА по территории РФ не нарушают обновленную ядерную доктрину России. Как это понимать, Ольга? Ну, понимать так, что обновленная ядерная доктрина – это некие слова, которые написаны на бумаге, и больше ничего. Потому что, ну,
Вот я не знаю, я думаю, что в Украине, конечно, числа там 27 или 28 февраля 22 года было не до того, чтобы думать о ядерных ракетах, но я напомню, что где-то, условно говоря, дня через 3-4 после начала полномасштабного вторжения, в субботу сразу после него или в пятницу, Путин объявил о том, что он отдал приказ Шойгу, который тогда был министром обороны, перевести российские стратегические ядерные силы в режим повышенной боевой готовности. Вот в этот момент, ей-богу, мне, находящейся в Москве, было гораздо страшнее. Я помню, как мы собирались со знакомыми там у моего приятеля в его квартире на Тверской. И так как он в свое время был связан со всякими военными производствами, да, мы считали, сколько времени, какие ракеты куда полетят. И куда мы успеем добежать, или вообще мы никуда добежать не успеем. Вот страх он был тогда. Но после этого так много и так по-всякому угрожали, что вот с любыми изменениями доктрины уже сильнее, чем тогда, не напугать. Смотрите, складывается впечатление, что эта игра, в которую могли бы играть две стороны, сейчас играет одна сторона, это Россия. Потому что только Россия бесконечно угрожает ядерным оружием, доктринами, сарматами, которые взрываются в шахтах и прочее. Кстати, тоже с вами очень интересно было бы это обсудить. И прочее, и прочее, и прочее. Я понимаю реакцию Запада, то есть они беспокоятся о безопасности своих граждан, сохранении цивилизации и так далее. Все это понятно. Но отдают ли себе отчет, в том числе люди в России, которые принимают решения о применении ядерки, разработчики, инженеры, те, кто будут кнопки нажимать, цепочка, вот эта вся. И самое главное, граждане вместе с пропагандистами, которых все хотят испепелить, что может быть ответка. И вот это самое главное. То есть то, что Россия выпустит, окей, понятно, да, там будет плохо. Но и здесь тоже может быть плохо, потому что сюда тоже прилетит. Вот мне кажется, этого понимания почему-то нет. Ну, давайте, во-первых, отделим тех граждан, которые про это кричат. Их немного, и большинство из них вообще это боты, а не граждане. То есть вот этих безумцев, которые действительно хотят всех испепелить, их, но можно пересчитать их, ну, я не знаю, может, процентов 5, не больше. И если мы посмотрим там какую-нибудь статистику, а сколько психически неуравновешенных граждан в странах, да, мы увидим, что эти как бы цифры достаточно близки друг с другом, да, то есть есть просто люди, которые, да, воспринимают то, что говорят по телевизору, как данность, и у них немножко от этого едет крыша, или немножко. Соответственно, пропагандисты работают за деньги, и они получают такие деньги, что за эти деньги они могут говорить все, что угодно, и в этом смысле главное для них громче прокричать, чтобы свои миллионы они получили. Соответственно, понимание, вот когда я говорила, что, так сказать, нам было страшно вот в эти дни февраля, да, ровно потому, что мы прекрасно понимали, что это история, которая просто уничтожит планету. И вариантов выжить очень мало. И главный вопрос, который меня волнует в этой ситуации, даже не в том, понимают ли люди в цепочке это. Я надеюсь, что люди в цепочке, те, кто должны там нажимать на кнопки, это понимают. А вот мне интересно, понимает ли Путин, что после такого события у него не останется подданных? Он сможет управлять только теми уборщицами, поварами и гувернантками, которые останутся вместе с ним в его бункере. А больше страны не будет, и людей там не будет. И он останется, ну, просто каким-то мелким помещиком, сидящим в своем бункере, а вовсе не царем горы. Вот главное, чтобы это понимание было в его голове, потому что если такое понимание будет, он никогда эту кнопку не нажмет. И второе понимание, которое тоже должно быть в его голове, и мне кажется, что вот эта история с ликвидацией Хасана Насралы должна тоже его немножко в порядок привести, что современное вооружение позволяет пробить любой бункер, и в случае, если будет понимание, что ядерные силы в России развернулись, да, то его в бункере можно
уничтожить в ту же секунду, ну не в ту же секунду, там в течение какого-то времени с помощью неядерного, а обычного конвенционального оружия. И мы находимся не в 37-м году. То количество спутников, которое летает сегодня над нашими головами в космосе, таково, что те, кому нужно, видят все каждую секунду. Да, и проблема в том, что ну, просто у Украины нет такого вообще своих спутников, да, и если те, у кого они есть, не дадут Украине сведения о том, где находится Путин здесь и сейчас, да, то вот Украина не сможет это спланировать. А у Израиля свои спутники есть, и они смогли это спланировать. Вот и разница. И другой разницы нет. Но если Путин сделает то, что не устроит всех, ну тогда такое решение будет принято не Украиной, а Соединенными Штатами, например. Очень показательный действительно пример с Израилем. Согласен. Здесь тяжело вообще не согласиться с каждым словом. Хочу в заключение вот о чем спросить. В Вашингтоне откроется представительство российской оппозиции. Об этом сообщает расследовательский проект «Система». Значит, сообщается о том, что представительство создают по инициативе членов Съезда народных депутатов, который возглавляет Илья Панойев. И тоже такая интересная деталь. Его откроют в особняке, который ранее продавался за 1,9 миллиона долларов. Что это вообще такое? Слушайте, мы особенно не понимаем, ну вот, по крайней мере, мы, я имею в виду, исполнительный совет Съезда народных депутатов пытался выяснить этот вопрос буквально в это воскресенье, но не получилось, потому что Илья нам толком ничего не объяснил. Те люди, которые за это отвечают на заседание, не пришли, поэтому, соответственно, мы приняли решение, что наш представитель Соединенных Штатов Аркадий Янковский, мы пока приостановили его полномочия до выяснения обстоятельств с этим домом. Поэтому я могу точно сказать, что Съезд народных депутатов по состоянию на сегодня никакого отношения к этому дому не имеет. Более того, если мы не поймем, собственно, юридических отношений, то я точно скажу, он и не, съезд и не будет иметь отношения к дому, пока мы вот всех деталей этой сделки, в том числе понимание, а на чьи деньги банкет, да, вот пока мы это не поймем, мы точно не сможем сказать, что это наш проект. Здесь просто сообщается, ну, как бы о целях. В особняке будут проходить регулярные встречи российской оппозиции, семинары, дискуссии, сборы денег и встречи с американскими политиками. Ну, еще раз, я ссылаюсь только на ту информацию, которую предоставляет, собственно, вот этот проект «Система», поэтому говорю то, что читаю. Как-то так. Ну, тут вопрос даже не в целях, да, а вопрос прозрачности сделки и понимания, на чьи деньги банкет. Да, потому что при всем том количестве сложных историй, которые сегодня происходят в российской оппозиции, хочется иметь представление, что откуда берется. Потому что если потом окажется, что это не те деньги, которые нужно было брать, то лучше к этому не иметь никакого отношения изначально. Спасибо большое за этот эфир. Спасибо огромное за интереснейшую беседу, Ольга. Всегда с вами приятно и, правда, очень интересно. Берегите себя, пожалуйста. До скорой встречи. Всего хорошего.